Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся со своими друзьями! Поздоровайся со своими друзьями! Вы на канале? Какой канал? Да, Baby Go! Друзья, у нас сегодня творческая игра. Мы будем закреплять знания о цифрах с помощью лепки из пластилина. У нас есть такие формочки для печенья в виде цифр. Мы сейчас их будем заполнять пластилином и получать циферки различные. А Дениска, соответственно, будет определять, что за цифру мы получили, и заказывать циферку. Давайте попробуем. Так, это какого цвета пластилин, Денюш? Какого цвета пластилин? Ладно, давай, выбирай циферку, которую мы будем с тобой сейчас лепить. Какую? 5, давай, доставай 5. Я уже ее вижу, ты ее видишь? Семерку, давай семерку. Я и семерку вижу. А ты видишь семерку? Смотри внимательно. Вот она, семерочка-то. Вот она. Не семерку. Ну хорошо, выбери другую. Какую ты выберешь? Много-много. Давай, какую цифру ты выберешь? 6. Ну давай 6. 5. Нет. Хорошо, нет, не 6. Какую цифру? Мама, не помоги. Дэн, какую цифру будем лепить? Выбери, какую циферку, давай. 3. Какую цифру? Цифру 3? Давайте слепим. Да, не 3. Не 3, давай, не 3, хорошо, какую? Да. 2. Ну, давай 2. И давай. Смотрите, друзья, все просто. Дом мы берем другой формочку и пытаемся ей разрезать пластилин, да? Так. И у нас получилось... Да. 2. Правильно. Давайте уберем лишнее. Лишнее. Денечка, давай выдавливаем циферку. Выдавливаем. Да. Вот, что у нас получилось, Дэн? 2. Еще что-нибудь слепим с тобой? Какую-нибудь цифру? Выбери, как вы. Смотрите, друзья, как красиво получил цифру 2. И всего лишь формочка для теста. Какую еще цифру слепим, Дин? У меня вот смотри, есть оранжевый пластилин. Будешь из оранжевого лепить? Нет, какой хочешь цвет? Оранжевый? Давай из оранжевого. А цифру какую? Какую цифру, Дэн? Подними. Подними, что упало. 6, 6 упало, правильно. Подними цифру 6. Так. 8. Будем 8 лепить. Давайте слепим. Давай. 8. Так, хорошенечко придавливаем опять. Ой, мама перестаралась. Сейчас погладим, все пройдет, да? Дэн, давайте сейчас будем выдавливать с помощью зубочистки цифру 8. Только аккуратненько, ты помнишь, что она острая? Мы с тобой уже изучали понятие острого, чего боится шарик. Так. Лишнее мы убрали, как вы заметили. Все, выдавили. И надо дырочки еще выдавить, правильно, День? Выдавить дырочки. Это фигурочка посложнее, чем цифра 2, правильно? Вот такая у нас классная циферка получилась. Денис с мамой у нас лепили. Опять же тесто. Денечка, и смотри, какие у нас цифры получились. 28, правильно. Это немножко сложнее, это для детишек постарше 2 лет уже. Десятки, сотни. И, кстати, это не забывайте про таблицы Зайцева. Как раз они очень помогают изучать десятки и сотни. Мы сегодня демонстрировали творческую игру, которая помогает развивать навыки художественные. И в том числе закрепили циферки. А в следующий раз придумаем что-нибудь новенькое. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх, пишите комментарии. Ну а мы ненадолго прощаемся. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Помаши ручку, Дин. Пока. Пока. И все? Нет, а никакой пластилин. А поцеловать?